Один, два, три, четыре, пять. Ровно 1000. Один конверт, один бардачок и 5 попыток. Найди свою 1000. Именно в этом красивом, но слегка пыльном Крайслере лежит 1000. Это новый проект на первом телеканале «Бардачок», «Юрисавто», «Сбербанк». Вместе делаем вас счастливыми. Мы начинаем. «Бардачок» – шоу, которое обогатит каждого. Перед участником 40 автомашин от US Auto. В «Бардачок» одной из них мы прячем 1000 рублей от Сбербанка. Даем участнику 5 попыток открыть любой «Бардачок», а сами наблюдаем, кому из них улыбнется удача. Все ясно, заводи! Доброе утро! Итак, сегодня вновь «Бардачок», и у нас новый участник – это Даниил. Это профессиональный фитнес-инструктор, да? Привет, Даник. Привет. Скажи, пожалуйста, в спорте нужна интуиция или нет? В спорте профессионализм больше. Профессионализм? У тебя вообще как с интуицией обстоят дела? На ноль, я думаю. На ноль, да? Да, на удачу только будем надеяться. Ну, надеюсь, у тебя сегодня и удача. Удача и интуиция – это же разные, да, вещи? Ну, по крайней мере, пишется по-разному, это точно. Слушайте, у нас примерно есть сегодня 40 машин от US Auto. Да. В бардачке одной из них лежит 1000 рублей. У тебя 5 попыток. Тыкаешь, угадываешь, выбираешь, забираешь деньги. И будем двигаться в том направлении, проверяя твою удачу. Поехали. Так, у меня гольф. У тебя тоже машина есть, да? Да, да. Отлично. Соответственно, мне кажется, что вы тоже в такую вот левую какую-то машину поставили. А, ты думаешь, гольф это левая машина? Ну, она такая уже, пошарпанная, вот тут стоит. Это не твоя, кстати? Не, у меня посерьезнее. Ты серьезно? Это третья, у меня четвертая. Да, мне почему-то кажется, что именно твоя. Так, пробуем, да? Да. Смотрю, да? Да, пожалуйста. Давай. Так, открываем. Тут даже, видите, бардачок не может открыться. Посмотри на него. Это мы от тебя замуровали деньги. Короче, здесь не открывается бардачок. Здесь ясно. Хорошо, идем дальше. Машина тоже не открывается. Она не едет, наверное, просто стоит. Спасибо. Берем, берем срочно. Так, здесь нет. В левую не поставили. Но попытка, конечно же, пролетела. От машины твоей мечты переходим к другим машинам. Да, моргни хотя бы. Так что. Моргай, пожалуйста. Быстрее закончишь, мы уже ушли. Да, мне еще выгодно сохранить деньги спонсора. А, это... А. Да, конечно. Ты там с ними... Да, ну, само собой. Опять смотришь на вот эти вот старые, да? Нет, я смотрю просто на тебя. Ага, хорошо. Если ты про это... Надо выбрать сторону. Мне кажется, надо выбрать сторону и в этом направлении двигаться. Ну смотри, как тебе удобно. Это да, да, полное да. Право. У тебя еще есть 4 попытки. Пожалуйста, дай. Так. Тём, ну очень сложно, очень сложно. Я рад, слушай, это хорошо. Это конечно, хорошо. Деньги сохранишь. Нет, ну почему? Я тебе желаю удачи, правда. 4 попытки у тебя еще есть. Так, Lexus. Lexus смотрится, да? Смотрится. Красивый. Смотрится. Да, мне тоже очень нравится он. Хотел бы себе такой. Честно говоря, да. А давай тогда попробуем. Да. Давай тогда попробуем. Ты по такому принципу пошел? Ну. Па-бам! Ничего нету? Нету, нету, нету. Но пока у тебя еще есть 3 попытки. Три. Да. US Auto, много машин, автокредит для каждого. Давай, пробуй. Для каждого, для всех, для тебя. Yes! Он сделает мою работу, это хорошо. Почему так? Я даже вообще вот просто иду, и там у меня в голове просто там. Перекати поле. Это твой сквозняк, что ли? Да. Так. BMW. BMW. Попытка третья. Смотрим, да, делаю. Что, открываем бэху? 15700 она стоит, мы ее будем смотреть. Будем смотреть. Это здорово. Давайте попробуем. Заглянем в бардачок BMW. Ничего. Идем дальше. Ну что ж такое-то? Еще 2 попытки. Не повезет здесь, любви-то. Обязательно должен. А есть девушка? Есть, да. А, все, тогда нормально. Скоро, вот как раз, мы же тебя зовем на свадьбу. А, точно. Кстати, я веду свадьбу сейчас. Да. Реклама без. А наш оператор их снимает, поэтому тандемчик. Ну что? Ярис. Toyota Ярис. Смотри. Ты прям смело сюда идешь? Вот почему, да. Правая сторона.
Ох, не отговаривайте. Не отговариваю, хорошо. Нет, автокредит, 5000. Смело. 5? Да. Хорошая машина? Ну, такая, для девочки, мне кажется, такая. Ну, возьмешь, жене подаришь. Да, да, да. Давай. Так, давай, пожалуйста. Аккуратнее. Попытка четвертая. 1000 рублей. Договора и так далее. 1000 рублей нет. Денег нет. Это сколько еще осталось? Последняя 6, попытка. Последняя, да? Пятая. А, ну, теперь уже надо подсказку. Да, хочешь? Да, да, да. От кого? Ну, давай, от меня подсказку. Ну, это значит... Что? Не очень. Чего? Хорошо, от кого хочешь? Ну, мужчина белый, мне кажется, там что-то. Мужчина белый, можно вас? Подсказать. Да. Давайте цвет. Темного цвета. Темного цвета. Сразу светлый отметаем. От темного цвета. Отпадает. Хорошо, хорошо. Вот так смотрится вот это 1-1. Лексус? Да, да, да. Пойдем. Как? Да, хорошо. Идем, да? Итак, пятая попытка, 1000 рублей, US Auto, Сбербанк, главный приз. Сейчас мы узнаем, насколько человек спортивный. Спортивный он спортивный. Сегодня дружит с удачей. Забегай к нам, Тимофей. На нуле, я уверен. Но машина хорошая. Оп! Каждый хочет себе машину. Любой автомобиль с этой стоянки, со стоянки US Auto, может быть твоим. Возьми машину своей мечты в автокредит от Сбербанка. Без путевых листов. Вы собственник с первого дня. Нет ограничений на выезд за пределы Приднестровья. Учитывается доход семьи. Оформляй на месте и владей сегодня. Ничего, к сожалению. Идем спасибо. Ко мне. Спасибо. Дань, да. Ты старался, это правда? Я пытался, это да, правда. Это было здорово. Спасибо. Идем, я тебе покажу, где были деньги. Очень интересно. Да. Эта машина лично мне очень нравится, признаюсь тебе. Первая, это, первая. Вот это. Вот это? Да. Рядом стояли. Рядом давайте стояли. Откроем. Вот так бы я сюда залез. И тут Сбербанк. Чик. Тем, я отдаю, да? Да, да. Все. Теперь это... Теперь это твое. Теперь нет, не мое, а другого участника. Если вы хотите эти деньги, пишите нам. Вот наш адрес. Участвуйте, приходите. Это было справедливо? Очень даже. Дай спасибо пять. Большое. Все, пока. Пока-пока. Это Бардачок от Сбербанка и US Auto.